Замутим с ним сейчас там. Что там трещит? Давай. Приехали уже на три. Так, а нам куда сейчас? Назад, да? Что, в другую главу, что ли? Да, в другую главу у нас. Новая глава будет. Еще живы. Не, опять эти твари. Я их вроде прибил. А они, видите, живы. Так, а чуть тут дверка... А, ну тут и была открыта. Так, нам на второй уровень. Долго ехать придется, наверное. Пока почитаем, что там нам написано. Так, следуйте на грузовую палубу. Ну все. Блин, опять этот. Тощий. Худой. Опять ты. И как тебе понравится вот это? А вот так вот еще добавок. Ну как? Неплохо, да? Вижу, что понравилось. Ах вы гады, вы еще живы? Да, затратный чувак. А тут 1800. Ну, в смысле, нам до этого вообще рубиновый за него дали. Это круто. Так, а вот тут я забываю, у нас отсюда вышел этот огроменный. О, ни хрена тут положили силовой. Нормально, нормально. Тут заглядывать все-таки. Так, ну и давайте сразу качаем. Докачаем уже резак и будем качать X. Плазменный, давай вот сюда. Все. А это что даст? А фиг его знает, я не знаю, что это даст. Наверное, ничего. Мне кажется, это просто такая схема. Чтобы было побольше силовых узлов тратить. Но меньше зато этих на ресурсов. Ну, то есть, как бы тратишь силовые узлы на то, что. Ну, большая аптечка. На как бы пустые ячейки заполняешь этими силовыми узлами, которые вообще не нужны. Так, тут у нас ничего не могут положить. Там вниз неохота спускаться. Не, ну вообще там, знаете что, там могут этот силовой узел опять положить. А, даже лифт не работает. Ну ладно. Хэммонд сломал лифт, гад. Я просто собираю тут опять эти трофеи. Видите, что-то я там подобрал сзади. Открылись ящики, видимо, которые были раньше сломаны. Ну, в смысле, заблокированы. Сразу магазинчик подадим эту большую аптечку. Мне кажется, сейчас точно кто-то подойдет сзади. Ну блин, ну так магазин стоит вообще. Так, давай средний воздушный баллон. Сразу большую продаем одну. Стазис одну продаем. Плазменную энергию вот эту продадим. Ну, потому что одна маленькая нафига нам нужна, да? Так, костюма больше нет. Плазменная энергия. Силовые будем брать. Ну, да я не знаю. Давайте два возьмем. Чтобы там качнуть здоровье и все. Погнали. В следующей главе обязательно качнем. Прокачаем. Здесь, конечно, верстак есть. Он тут рядом. Но... Не буду терять времени, ладно. 1900. Спасибо. Где вы деньги храните? У вас вроде карманов нет. Все, в следующую главу. Так, найти и спасти. Это глава. Была глава 8. Мы ее завершили. Следующая глава 9. Которая называется... Мертв по прибытии. Чего? Блин, что бы это значило?
большая глава, ну, в смысле, трехуровневая глава, три этажа здесь. Находимся в задней части корабля. Рад, что ты дошел. Слушай, я нашел список вооружения Вейлера. Здесь мы не сдохнем по прибытии. Не думаю, что они случайно оказались тут. Они не проводили разведку, не патрулировали. Корабль снарядили для боевой операции против нас, Айзек, против Ишимуры. Айз, я снова потеряла его. Никакого сигнала от Икса Хэммонда. Найди конвертер и сваливай отсюда. Вот, блин, нам же еще это... Еще нужен силовой, я чуть не обратил внимания. Ну ладно. Хорошо, хорошо. Буду сейчас это самое. Сваливать отсюда. Вот еще магазин. Так, вот ящик. Что-то тут темно как-то. Сейчас сразу, может, найдем еще что-нибудь. Что нам там надо? А, смотри. А, смотрите-ка, небольшая глава-то. Что-то надо найти и сваливать. Но зато кислород здесь есть. Слушайте, малюсенькая вообще глава какая-то. Ну, в смысле, не глава, а это вот карта. Так, давай сразу сейчас купим этот... Как его там? Давай, давай. Так, нового костюма у нас нету. Давай, вот, силовой. Один. Пошли, качнем быстренько и пойдем к заданию. Ну, можно было, конечно, на обратном пути. Ну, ладно, я этот... Потороплю события чуть-чуть. Давай, Икс. Саживаю здоровье. Все, теперь у нас и здоровье сейчас будет полным. И увеличится плюс еще. Да, вот видите, у нас увеличилось количество этих ячеек. Раньше было 4, а сейчас вон сколько уже. Раз, нижний считается. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук уже. Нормально. Так. Ну, наверное, если за один удар раньше снимали одну ячейку, то сейчас та же фигня будет. Что я сейчас подобрал? Воздушный баллон, что ли, какой? Да. Это знак. Знак того, что надо было качать воздух. Для не... Опачки. Зона невесомости. Айзек, удар сорвал люки одного из орудий Вейлера. Зеленые сферы, которые ты видишь, очень радиоактивно, а шлюз заклинило. Тебе нужно сбросить их в космос, прежде чем попытаешься попасть внутрь. Хорошо. Обязательно мы сейчас этим займемся. Давай. Давай вот так вот. Бам, нет? Ну-ка, если... Первое. Открывается, да, открываться должно. А я правильно делаю хоть? Да. Сейчас тут, точно, сейчас же этот откроется и весь кислород высосет. Ну, правда, не с первого раза, я не знаю, что они... И некроморфы еще попрут наверняка. Потому что, мне кажется, да. Давайте сюда. Туда. Радиоактивные материалы удалены. Сволочь, я так и знал. Давай, где ты? Еще... Бляха-муха. Сволочь. Смотрите, как-то я быстрик долблю. Кто еще? Нет, больше никто. Хорошо, что все-таки воздух немножечко качнули. Радиоактивные материалы удалены. Давай, иди сюда. Радиоактивные материалы удалены. Кто еще? Вон. Так, еще сейчас попрут, наверное. Блин, у меня что-то на мышке как будто прилипло. Знаете, буквально маленькая крошка какая-нибудь, и уже все, играть невозможно. Все. Радиоактивные материалы удалены. Сейчас надо протереть. Да, вот так нормально вроде. Только бляха муха не дотягивается. Ну давай, пожалуйста, не хочу туда. А, надо было кинези скачать. Так. Ой! Давай, бам, 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 бам. Ну, бамка их, давай. Ну завалить. Ты че еще жив? Вообще расчленил его, он все равно живой, гад. Кислорода жахнем немного. Давай сюда. А ты идешь. Ой, а ты идешь. Да ты чё, шутишь, что ли? Вообще зашибись. Ладно, надо этот использовать. Да. Ё-моё. Баллон воздушный, чтобы он нам не в рюкзаке не мешался. Так, F. Что-то я перепутался. Куда нам там? Вон туда. Отлично, и ты. Радиоактивные материалы удалены. Ты тоже иди к своему другу. Так, теперь надо. Радиоактивная тревога отключена. Замки разблокированы.
Да, теперь надо... А, теперь, по-моему, ничего не надо вырубать, надо просто свалить отсюда, потому что сейчас опять тут попрут, блин. Мне кажется. Вот, ты идешь сюда. Нам еще назад возвращаться, так что давайте баллончик оставим. Так, а нам... Куда я забыл? Бляха ты, муха. О, почти там со второго раза, что ли, выдалбливаю их. А вот это сосал пропеллер, что ли. Так, ну все, мы на месте. Вверх ногами, правда. Давай. Есть задание выполнено, давай. Зона нормального давления. Ты чё, трясешься? Это какой-то новый противник, что ли? Ищи необходимые детали в двигательном отсеке на корме. Я регистрирую тяжелые повреждения. Возможно, понадобится обходной путь, чтобы туда добраться. Что за музыка? Вирус подействовал на солдат не так, как на всех остальных. Должно быть дело в стазис-модуле, который вшивает в боевую броню. Эти модули срослись у них с плотью, делая их быстрыми. Очень быстрыми. Я ж сказал. Будь осторожен. Ну, враги. Это бесит. Ой, а какая карта огромная все-таки. Блях ты, муха, ё-моё. И что мне надо сделать-то, я забыл. Чё-то надо. А чё, не помню. Лабиринты просто колоссальные. Огромное пространство здесь. Так, нам туда. А это... А, подожди. Это никак. Ну ладно. Блин, вот эти штуки, они будут нас тормозить. Видите, тут все в этих кинезисах. И эти еще быстробегающие сволочи тоже. Давайте будем доверять нашему указателю. Но он говорит нам, что нужно сюда двигать. Да не ты, блин, ты. Давай, давай, давай. Открывай проход. Да. Отлично. Туда нам, давай, двигай. Ты будешь сюда, а ты... Ничего, не быстрее. Они не бы... Не быстрее, чем мой этот... Резак. Ну, они как эти, как их там, из второй части. Сталкеры. Точнее, из второй части. Но они там получше, они там прячутся. Я думал, может, он это сейчас в эту штуку врежет. Они там хотя бы, ну, поинтереснее как-то. Здесь они более, мне кажется, опасные. Так, ну что? Я просто смотрю, ничего не подключил. Вот, да. Как бы тех можно ждать. Сделай нас единым. То есть ты как бы выходишь, точнее, и ждешь их, да? Пока они там из-за ящика на тебя побегут. А эти, они из вентиляции прям выпрыгивают, как обычные. Микроморфы. Так, ну ящиков тут прилично. Причем всех ящиков. Так, давай. Контейнеров этих. А, значит... Непонятно, зачем здесь... Вот этот блок питания. Айзек, я установил, где ты. Хотя сомневаюсь, что я мог туда добраться. Чертов корабль почти развалился пополам. Я добрался до мостика. Тут полный хаос. Эти несчастные не имели никаких шансов. Я хочу разблокировать все двери, чтобы попасть в двигательный отсек. Попробую перехватить тебя уже там. Давай, только зачем тот блок, я не понял. Может быть, сюда куда-то его вставить? Скорее всего. Причем, мне кажется, мы с этим блоком далеко не уйдем. А, вот этот. Может его сейчас вырубить? Не знаю вообще. Тут полно блоков, причем. Странно. Подожди, а что тут интересно? А, это та самая дверь, которая закрыта. Типа коробка. Сволочь, я так и знал. Что произошло? Давай, давай, я слышу, там жопа уже сзади. Там оживляторы, блин.
А, гады. Причем вот эти вот быстрые твари. Баллоны нам пихают тоже. Так, аптечка, а что у нас там? Так, а нам и не надо. Ну, в смысле, я надо, но не буду заморачиваться, там выкидывать, что там. Что там меня делать. Да возьми ты уже это хоть. Так, ты знаешь куда? Ты вот туда отойди, пока мне вот патроны. А, они тоже не влазят. Чуть-чуть влезло. Остальные не влезли. Так, вот это нормальная тема, наверное, да? Да, открывай. А, так это лифт. Все, давай. Погнали. Мистер Кларк, нам надо поговорить. О, этот чувак, который убил кого-то там. Меня зовут Терренс Кейн. Я все о тебе знаю. Доктор Кейн. Я тебя сдам властям. Времени мало. Если вы почините челнок, то есть задача поважнее, чем сбежать. Понимаете, силы, которые мы разбудили, куда более могущественные, чем можно представить. Если вы сейчас улетите, вы обречете на смерть все человечество. Планета никогда не остановится, не отступит, пока обелиск не будет возвращен. Вы не понимаете? Церковь ошиблась. Это ловушка, я все видел. Пожалуйста, вы должны мне помочь. Сразу на чистоту говори, что ты загадками-то, я не знаю, фигачишь. Планета что-то, обелиск. Я понял, что опять тут какие-то блоки эти. Сколько ходов-то много. Я понял, что что-то тут не в порядке, что да, да. Ты скажи, что планета, что она там, планета не собирается останавливаться, перед чем? Ну, почетче все, более, скажем, ясно, да? Выражайся, чувачок. Опять. Катина это. Давай. Завали. Смотрите, с одной обоймы их гашу почти. Давай. Ой. Долби в эту хрень. Слушай, почти с одной... Непрокачанная винтовка почти с одной обоймой шарахнул. Силовой давай мне. Ой, что-то там еще подобрал. Нет, вроде ничего больше. Интересного я имею в виду такого. Редкого. Говорит командир Кадиган, корабль атакован. Это не учебная тревога. Инопланетяне и очень опасные. Всему персоналу вооружиться. Огонь на поражение. Огонь на поражение. Хорошо, слушай. Буду тебя слышать. Так, давай. Что там по верстаку у нас? Да, качи, пожалуйста. Я вроде качал уже. Так, что теперь будем? Плазменный качнули весь. X. Можно воздух качнуть. Да, пожалуй, начнем. Не начнем, а закончим. Все, на этом все. По стазису можно. Ну, стазис вообще у нас шикарный, я хочу сказать. 4 выстрела им долго морозит. Если прокачанный будет, так это вообще, наверное, супер-бомба. Так, ну и будем качать остальные пушки, наверное. А потом их под конец продадим все нафиг. Там замес по-любому. Так, что тут у нас? Старт. Чё? А, патрон бесконечен. Ну тогда все. А-а-а! Подожди, синих не надо месить? Или надо? А если я буду промахиваться, что мне дадут что-то? Уровень 1. Чё-то легко как-то. Так, что дальше? Ну и чё? Старт. Чпонь. Чпонь. Синих не надо долбить. Я так понял. Вот красных надо. Дальше. Так, этого не надо.
капслук проще зажать. Не зажать, а нажать просто. Потому что когда нажимаешь капслук, то он это... просто прицеливается и так остается в режиме прицеливания. Ну, до 1000 надо дойти, короче. А я в тот раз своих, видимо, минусанул. Мне очки сняли эти. Баллы. Все, да? Это чё? Подарок, что ли? А ну-ка еще раз. А, уровень 2 уже. Да, это сложнее еще будет. Потому что это уровень 2, вот почему. Так, нет. Вообще над лазерным пистолетом у него этот радиус поражения большой. Но медленный. Ну почему радиус поражения хорош? Потому что можно не дотянуть прицел и бабахнуть. Да? А он краешком волны ударной заденет. А здесь, видите, прицел тоненький. А в импульсный так вообще. Что, мне подарок, что ли? Ого. Слушайте, а еще, может быть, мне что-нибудь более ценное еще дадут? Сколько тут уровней? Ой, подожди. Стой! Подожди, стой. Я не успел прицелиться. 1400 уже. А если я промахнусь, что будет? Не хочу проверять вообще. Так, это наши. Это, наверное, Хэммонд был. А это кто у нас был? Как ее звать-то? Я забыл. Кендра. Это Кендра. Это Некроморф. Это чувак какой-то. Это Хэммонд. Николь еще. Давай, все. Несложно. Что там дадут? Аптечку уже. Ну что, приз типа увеличивается.